в Московской области начинается реновация. Вот какие муниципалитеты будут пионерами в этом вопросе? Где уже все это, когда, в какие сроки это все начнет? Мы видим, что очень много ветхого жилья. Представляете, порядка 1 миллиона человек у нас живет не то что в пятиэтажках, то есть в старых пятиэтажках, давайте так скажу, и в трех двухэтажных домами ты их не назовешь. Бараками не хочется, а домами не назовешь. Поэтому у нас есть прилегающие территории: Пушкино, Королев, Красногорск, в котором мы сейчас находимся, Одинцово, Балашиха, где экономическая модель позволяет людей переселять в комфортное современное жилье. Поэтому программе мы дали старт, и первые конкурсы, аукционы пройдут уже в этом году, и мы этот процесс сдвинем с мертвой точки, как говорят.